Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео расскажу, как можно настроить приставку, чтобы было изображение на экране. В данном случае, вот видим, да, я использую PS2 Slim. Это у нас 9000-я модель. Нет изображения на экране, то есть смотрите, вот мы включаем приставку, и на экране нету картинки. Но может быть звук, ну а может быть у кого-то его и звука тоже не будет вообще. То есть ни изображения, ничего. Ну видим, да, вот приставка работает. Изображение 0. Что мы делаем? Вот после включения ждем 15-20 секунд и на джойстике мы нажимаем вниз, крестик, три раза вниз, раз, два, три, опять крестик и влево. И опять крестик. Вот, появилась картинка. То есть, что это мы настроили? Мы только что зашли вслепую, да, вот в настройку System Configuration. То есть, системная конфигурация, да, настройки. Мы зашли с вами вот так вот, нажали три раза вниз. То есть, вот это был первый пункт Clock Adjustment. То есть, наш, ну, время, да. Вот, и третье... Позиция в меню это было компонентное видео, то есть ну, настройка видео выхода. Ну, первая заводская обычная настройка это RGB, то есть обычный ну, кабель на три штекера, то есть желтый, красный, белый. Вот это у нас выход может быть как на компонент, то есть если у вас есть кабель компонентный 5 штекеров, там у нас зеленый, синий, красный, белый, красный. Либо же это может быть еще выход на через HDMI, вот этот переходничок, вот, для HDMI выхода кабеля. Поэтому смотрите, у вас может быть такое, вы с этим можете столкнуться. Вот, ну такой краткий небольшой как бы совет, поэтому если вдруг у вас какая-то проблема с изображением, то есть не спешите. Возможно, это как раз вот с этим и связано. У вас просто выход видео надо настроить. Вот. Ну, на этой приставке, как видим, да, у нас села батарейка. Как это можно заметить? То есть, видим, да, вот этот кружочек, вот он. Вот. Ну, если помните, обычно там идет как такой, ну, то есть там крутится целый веер. Вот это тоже как бы свидетельствует о том, что у вас села батарейка. Вот. Ну, как бы на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.